Искусство между ударами сердца. Второй раз в Белгородском художественном музее открылась авторская выставка Владимира Анискина «Дива под микроскопом». В экспозиции 43 уникальных экспоната, среди которых полувековой янтарь с насекомыми и миниатюры, слетавшие в космос. На открытии выставки побывала Дарья Яготинцева. Коллекция микроминиатюр удивляет своим разнообразием. Чего здесь только нет. Автографы космонавтов на конском волоске, караван верблюдов в игольном ушке. За последние годы мастер очень большое внимание уделил теме космоса. Ему даже выделили кусочки метеорита, на которых он выполнил свои новые уникальные работы, связанные с космосом. Тонкая работа новосибирского мастера измеряется в микронах, а на создание шедевра в среднем уходит до полугода. Создает он их при помощи таких же микроскопических приборов. Разглядеть красочные микроминиатюры можно только через увеличительное стекло. Я увидела, сказала, не может такого быть. С первого вида видно, что это просто, а внутри, как ты заглянешь, там все так круто. Мне понравилось очень сильно. Мне понравились вот эти 20 самолетиков на среде макового зернышка. Я так хожу, думаю, с ума сойти. Это талант. Это просто мастеру большое спасибо. Увидеть произведение русского левши гости и жители Белгорода смогут до 20 сентября. Ведь лучше один раз увидеть микроминиатюры самому, чтобы поверить в настоящее чудо. Дарья Гатинцева, Валерий Ларьков, новости Мира Белогорья.